Закат, ссоры, все сами. Сейчас оно булькнется в море. Да, там тучки, но если тучек не было, то выглядит очень красиво прям. Да, так оно в тучке сейчас булькнется. Буквально минуты и солнце не станет. Да, уже все уже прям сейчас. Раз, два. Мы вышли из офиса. Из офиса. Из номера. Все, он еще, был высоко, а сейчас уже низко. И все. Сейчас наступит вселенская темнота. Минута прошла практически. Как быстро, да? Угу. Прям считанные секунды. Потому что здесь максимальный горизонт. Максимальный горизонт. Максимальный оборот. Тут нас обкуривают. Все. Вот и будет. Сейчас темно станет. Да, и быстро темнеет. О, наверху уже месяц перевернутый. Вот так интересно видно. Так, здесь уходим, небо смотрит. Здесь перевернутый месяц. Вот смотрит вниз. И сейчас он растворит. Солнце уходит. Оно уходит, но его еще за точкой не видно. Я показываю мороженое. Аня съела свое мороженое, решила мое попросить. Мы не отвлекаемся, смотрим закат. Чудное мороженое. И перевернутый месяц, это, конечно, очень круто выглядит. Необычно, непривычно для наших. Солнце заходит, месяц сходит. Аня точит мороженое. Солнце ням-ням-ням. Ладно, 3 минуты мы ждем. Солнце прячется. Сейчас 3 минуты досчитаем. А, вот, кстати, остров Феникс впереди. Ночью должен светиться, но что-то пока не очень. Ни разу мы его не видели светящимся. Что-то пошло не так. Отключили, видать. Пойдем? Ну да, мы, кстати, на пляже, на пляжной линии. Вот. Туда линия. 14 километров. Длину, все это дело. Ну, вот так вот, примерно все это выглядит.